have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Аладушки. Привет-привет! Пойдем мы с вами в Breaking Point. Вон там сейчас будет разворачиваться все то страшное, зачем мы сюда пришли. Сказал плохое слово, он сказал плохое слово. Давайте мы тоже будем говорить плохие слова. Например, смотри, испорченное молоко. О, плохое слово. Оно же испорченное. Ты сказал плохое слово, как ты мог? Ладно, ребятушки, увидимся тогда в раунде, когда он начнется. Тут уже совсем чуть-чуть. Итак, начинаем раунд. Опять же, конечно, в темноте. И глаза на выходе. Живой. Это я, вроде живой. Я уже напугался. Ты посмотри на эту маску. У кого? У вот этого, например. Он уродливый. Я голосую за чувака. Agreed? Я не помню. Стой. Кто-то был с... Кто-то здесь. Это чувак в желтой футболке. Ну вот, голосуйте за чувака в желтой футболке. Это он. Выстрел где-то с той стороны был. Я не уверен, но это был он. Значит, не он. Значит, вот, ну, кто-то из этих... Видишь, выстрел с этой стороны. Рядом со мной был. Нет, вот с этой, или вот это, или вот это. А может, чувак, у которого красный огонь в фольдо? Не знаю, но мне кажется, что кто-то из вот этих двоих. Хорошо, давай вот этого. Давай смотри. Да. Это же он. Но я же говорил. Ну, в той стороне. Да. Но не рядом с тобой. В той стороне, но не рядом с тобой. Логично. Oh, no. Go back, I wanna be monkey. Go back, I wanna be monkey. Пум, пум. Страшные вещи мы будем делать. Блин, я не знаю, я никак не могу избавиться от этих глаз шаров, они просто супер. Нет. Спасибо за то, что вы хотели меня убить, но вы не... но у вас не получилось, лха. Лохи. Тролха. Чего все пытаются меня убить? Самый вкусный? Погоди-ка, убейте меня и... Ай! Убили зайцо. Это был заяц-эльф. Зальцельф. Это не... Вообще не задумываясь. Пристрели ближнего своего, иначе он возрадуется и пристрелит тебя. Ай! А! Я что ли? Нет, не я. Надо вот эту... Кто тебя стрелял вообще? Я не знаю, это происходило скрытно. Ну ты же видел вспышку? Нет, не видел. Блин. Да, это... Я. Угу. Зачем нас убили? Что мы такого сделали? Я вообще взял маскировку, теперь никто не будет знать, кто я. Где ты? Я хочу, чтобы ты знал, кто я. Так, розовую убили. Блин, была бы тут кнопочка... Миночка, тут есть кнопочка спектейт? Нет, нету. Привет. Это ты очкарик? Да, это я очкарик. Ясно. Да. Сразу видно, это же я. Вот так? Слушай, если так присмотреться, то... Вот эта вот улыбка сходится с усами, это похоже на вытянутый. У чувака имя Бессмертный, его убивают ножом. Нормально. Ирония судьбы такая. Immortals. Хорошо, поехали дальше. Давайте стол-аквариум. Я хочу стол-аквариум. Ну, стол-аквариум прикольнее, чем деревянный стол. Да, конечно. Наверное. Особенно лампочки разбивать. Good job. Хочу рисовать лампочки. О, Дэвдексе. Mm.
На выбор. Ну, давай. Мне это не нравится. Файт! Почему девушку эльф так быстро убили? Не знаю, все ее почему-то не любят, хотя у нее прикольный скин. Наверное. Давай, розовая сопля, выбери кого-нибудь. Зачем она выбрала, если она никого не трогала? Вот этот баг с подергиванием руки после драки, он очень забавный, но также немножечко непонятный, что ли. Чувак, кстати, ответственный, ходит в маске. Меня выберите, пожалуйста. Я хочу, чтобы... хочу вас убить. Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Не выберет меня. Он тебя. Все, он еще одну розовую соплю убил. Ну меня выберите кто-нибудь. Я хочу, чтобы вы умерли. Я только достану нож, и вы сразу будете мертвы. Желтый вообще АФКшник. Не, ну прикинь, это промаз по АФКшнику вплотную с ножа. Да, есть такое. Ну как так-то? Почему меня никто не трогает? Я что, это все потому, что я кот? Нет, в прошлый раз был культ поклонения котикам, в этот раз, по-моему, что-то другое. Ну, кого же ты выберешь? Давай, выбирай кого-то, Опа-па. Я. Ты. Да блин! Я не успел развернуться. Ну да, да, мой косяк. Меня никто не хочет убирать. Тебя не выбирают, потому что тебя потом убирают. Давай. Ну. Брэд бой. Да, молодец. Ты убил звезду домашних животных. О, значит, с этим чуваком надо будет драться вплотную или кидаться? Pet Star. Лампочку разбей. Молодец. Красавчик! Выигрышный кошара. Кто ставил на выигрышного кошару? Но я знал, что ты выиграешь. Пхизи. Чувак хотел сказать light, но получилось айт. Эл Джуниор. Хорошо, поехали дальше. О! Вау, дуэль. Что-то мне это не нравится. Розовые сопля. Розовые сопли, чувак в маске. Не. Я голосую за розовую соплю. Розовая сопля вышла. Блин, розовая сопля вышла. Эй! Ходит туда-сюда. Он пытается убить белую. Всем по рублю. И все скинулись по рублю. Он вообще дебил. Что-то вообще чувак не понимает, что происходит. Так, я выбираю чувака. Ох, кажется, будет весело. Пикачу, я выбираю тебя. Ну, я хочу, не хочу, я выбираю тебя. Не, серьезно, Пика, подходи поиграть с нами. Что такое? Все так быстро происходит. И никто за меня не голосует. О, ну, что будет, если... Чувака в маске выбирают, типа он крут. Он есть Грут. Я просто выбираю его, потому что у него синие глаза. Да идите нафиг. Меня выберите, меня. Я ваш фанат. Я ваш кумир, я ваш фанат. Серьезно? Ты прям этот убивала 3000? Давайте, ну чуваки, ну меня выберите. Я ваш кумир. It be flying. И фанат тут одновременно. Так, еще одна розовая сопля умирает? Или это не розовая сопля? Она не розовая сопля, но она тоже умирает. Joker mate. Меня никто не выбирает. Joker mate. Оу! No. Почему я не могу голосовать? Ладно. А почему... Я же его бил! Нет, ну серьезно, я нажимал на удар, почему удары-то не происходили? Нет, ладно, в прошлый раз я сам накосячил, я понимаю, не успел развернуться. В этот раз ты в чем прикол? А? Я буду драться с зайчиком. Уху. Уху, хедшот. Уи, как это хорошо. О, теперь я буду драться с этим чуваком. Круто. Ну, видимо, да, чебурек будет против тебя. Нет. О, он убил маску.
Второй раунд выигран кошарой. Круто. Рон. Изи. Это чем все так легко? Так, пришло время купить себе ящичек с ножами. Vote long. Вау, мне выпало... Крутой нож? Нет, мне выпало ниже колонки, это хуже. Ну, ты потратил всю свою удачу на победы, теперь что ты жалуешься? Ой, да не беспокойся, я все равно убью кого-то. Блин, этот смайлик с глазами, че он такой странный? О, пушка не сработала. Что у тебя с аватаркой? Ты про кого? Про этого чувака, у которого странная прическа и тупые очки? А, мы выбираем убийцу. Тогда я не знаю, кто убийца. Пушка-то не сработала. Ты убийца. Я убийца? Да. Почему? Потому что ты нервно засмеялся. Нет, не ты, ладно, слева кто-то. Ай. А, теперь явно не ты. Вы что, дебилы, что ли? Это же не с моей стороны. Это или вот этот, или вот этот. Ну и придурки, ладно. Ну и сидите здесь, дохните. Я, пожалуй, понаблюдаю. Так, делаем ставки. Дреды или вот этот, или бекон. Кто что думает? Слушай, я думаю, бекон. А на что копишь? Вы что, зайца убили? Вы дебилы, что ли? Я ставлю на розовый соплю. Нет, дреды или бекон? Бекон. Он вкусный. Я думаю, дреды. А я бекон. Сейчас посмотрим. Да или да? Да, это были дреды. Чувак сидел прямо со мной. И еще меня подставил, потому что меня убили, потому что с этой стороны звук был. Так-так-так. Я ее подозревал с самого начала. Конечно, нет, но прическа была странная. Так, никто еще не знает про штуку голосования, так что... Я вообще никогда в этой игре голосования не пользуюсь. О, аквариум, как это я хотел. Выбрал. Спасибо. Убью змею. Ой, там зеленый чувак. Я хочу убить змею. Блин, зеленого чувака убили. Я хотел посмотреть на его скинчик. Ой, зеленый чувак. И меня следом тоже грохнули. Все, чувак, на. Это я убил зеленого чувака. Радуйся. Дреды. Я убью дреды, потому что они поставили тебя. Нефиг поставлять моего друга. За него вообще коты сбились. Там этот бессмертный сидит. О, я как будто в раунде, смотри. Мне что-то как-то страшненько. Рандом, здесь могут убить хоть меня, хоть кого-то. Хоть кого угодно. А! Да, хоть тебя и убили. Тварь. Ри. В следующий раз я тоже возьму аква. Да, выберу аква. Да. Хелье. О, спасибо, его крылья загораживали мне обзор. Теперь я вижу, что происходит. Спасибо, ребят. Аниме. С криком аниме застрелила бессмертного. Я думаю, то, что в следующий раз я, пожалуй, буду... Так, капюшон, заяц или мутный чувак? Заяц. Да, следующий был заяц. Капюшон или мутный чувак? Мутный чувак. Брэд бой. It's a bread boy. Заяц. Волк. Стоп свой. Так, пришло время опять. Я выберу аква. Хлебный парень. Bread boy. Bread boy. Главное, чтобы ты не заплесневел, чувак. То есть у тебя получится заплесневелый бред. О, Дагдерстэп. Оп. А, серьезно? О, ну, хорошо. Ты, выбирай кого-то. Советую взять чувака в маске. Я пошел на место. Я просто подошел, чикнул чувака и ушел на место. Все. Молодец.
Мимимишная какая. Ну? Ну-ка. Ну все, до самого конца раунда ни разу не подерется. О, сейчас он меня выбьет. Ты это видишь? Вижу. Это летучий труп? Да. Эй, не убегай ты. Ты должен убить Дреда. Да не убегай ты от меня. Я ж тебя не съем, всего лишь убью. Всего лишь 24... Как? Этот чувак убегал от меня, он не хотел, чтобы я его убил. А где оно теперь? За меня выбрали, я вообще не выбрал. И куда делся Дред после победы? И что вообще происходит Слушай, в этой игре? Дред не выиграл. Вы друг друга убили, что ли? Нет, в общем-то, дело в том, что сверху был таймер. Если мы не убьем друг друга, этот таймер, то мы оба умрем. Блин. И этот дебил от меня постоянно убегал. Я тебя понять. Я как раз хотел его убить, потому застопорился. А меня потом на зайца выкинули, хотя я зайца не выбирал. Оу. Так, четверо на карте. Есть. Как? Как ты меня задницей зарезала? Я знал, что желтый АФКшник, поэтому я хотел убить ее. Но блин, Хэрри, ты чё? Как только у меня появится пистолет, я убью чувака в дредах. Да нет, надо Хэррит убить. Потом Хэррит. Если я буду убийцей, то я убью их обоих. Хорошо. Пошли они нафиг. Так, давайте следующий раунд, пожалуйста. Не, ну я-то двоих убил, было неплохо. Хе-хе-хе. Дред, жди. Ай, Рюссин! Скоро ты познаешь вкус масла. Чувак, не надо такие вещи говорить, тебе еще в рифму ответят. Оп, минус. Переживи раунд, в смысле? Чувак выбирает, кого он к себе вызывает? Это новое что-то. Нет, это раньше было. Кто следующий? О, чувак в маске. И кто следующий? О, привет. Я знаю то, что с тобой не так просто. Жди следующие жертвы. О, я обожаю этот мод, он такой хороший. Да черт! О, я ее убил через магазин, серьезно? О, зайка! Ай! Блин. У меня магазин открылся, пока я в нее тыкал, и все равно убил этого чувака. Он сколько? 2-3 человека забрал. Знаешь что? Посмотри потом. Я бы хотел, чтобы ты не двигался, потому что остальные цели такие легкие. Не знаю, я раньше... Это, видимо, очень старые какие-то раунды. Я раньше в такое ни разу не играл. По-моему, у нас ни разу на записи не было подобного раунда. Это прикольно. Когда давно, в бородатые времена. Да, вот в бородатые времена разве что это было. Когда эта игра только вышла. Он остался против АФКшника. Easy win. Ох. Ненавижу эти Брэды, они... Брэды? В смысле, Дреды? Или у тебя тоже Брэд запресневелый? Ненавижу этих левых. Пожалуйста, дайте пистолет мне в руки. В лапы? Откуда у тебя руки? У тебя же лапки, ты же постоянно... Тебя просят что-то сделать, такой, у меня же лапки! Не, ну дело в том, что когда я дрался с ножом в лапках... Дайте мне, я хочу! Так. Где-то. Сдохни. Я ж? Нет, не я, фух. Нет, это не я. Нет! Я хотел его убить! Нет, не надо! Это не я, этот чувак! Нет! Зато я отомстил. Ты тварь. It not cat! Чувак, ты вышел из АФК! Вышел из АФК для того, чтобы тебя защитить. Нет, я просто хотел отомстить за... Не, эти дреды меня... Они вышли? Кто, да, наверное, не знаю. Я пип, кота пип.
чате. Кто-то меня не любит. Кто-то хочет меня отомстить. Он мне мстит. Блин. Мстит. Писать научитесь, ребят. No. Дайте мне выстрелить. Я уже 100 лет не стрелял. Каждый раз в такой дуэли меня убивают, и мне не достается пистолет. Ну, конечно! Кого же еще можно было убить? Машрум-кун. Я обещаю, я пип, кота пип. Да ну чё вы сопли-то жуёте? Давайте, играйте уже. Чё-то бессмертный у нас сегодня явно не бессмертный. Никак не может просто стать бессмертным. Там лампочка дрыгается. В стульях затесался. Чё за тупой вопрос насчет аниме или Роблокса? Роблокс. Нет, я не понимаю просто в чем фишка этого тупого вопроса. О, чувак говорит оба. Дебил. В чем смысл? Он же любит оба. Давай, давай, не тот выигрывай. Чувак бросать не может. Чувак, не выигрывай, я верю. Нет, в тебя. Он бросает. Я верю в тебя, выиграй. Нет, дреды. Они. А ну в стульях застревает, вы же видите. Блин, жуете. Идите. Ну. Не, сейчас оба сдохнут. О, да! Мастабма, красавчик, чувак. О, чувак говорит то, что он сумасшедший. Нет, он говорит, вы все сумасшедшие. Пип. Да. Ну-кся, посмотрим еще один раунд. Как этот чувак. Пипкс. Самое интересное, что Roblox блочит эти фразы в чате, но не блочит их во всплывающих пузыриках над головой. И... О, это выбор. Так. Как только у меня будет выбор, думаю, ты уже знаешь, кого я выберу, да? Я думаю, что да, я знаю. Он просто у него ножки. О, спасибо. Хоть это была и моя цель. Осторожно, обычно такие люди любят убегать. Ты же знаешь, что он сейчас к тебе доубегается, и вы оба умрете. Последнюю секунду. Лол. О, похоже, это синеволосый не очень хорошо играет. Эй, ты зачем лампочку? А он правильно все делает. Он ухудшил видимость, но просто ему это не помогло. Pick me, pick me, pick me, I'm so bored. Так. Не с вами счет. Не будем ее выбирать до самого конца раунда. Нет! Я ж не то нажал-то! Я нажал на чувака рядом с тобой, ну не рядом с тобой, а через одного от тебя. Фиг ли игра так поступает? Я выбирал вот этого чувака, который EBB Flying, какой-то, короче, этот. Сфига ли? О, мой кат-защитник. Я потом пересмотрю еще на записи, но я четко видел синюю рамочку вокруг вот этого дебила. Почему меня скинуло, причем даже не на соседнего, а именно на тебя? Я не понимаю, в чем прикол.
Убей его, вот так. Все так хотят меня убить, а у них не получается. Странно. Давай, выигрывай этот раунд, и будем потихонечку серию заканчивать. Мне нужно, чтобы ты выиграл. Обязательно. Там чуваки суп делают из стульев. Они такие варят, их варят. Так, ну кто для тебя будет проще? Ее. Что? Ты же видел то, что она спиной меня убила? Она, да, тут меня тоже пару раз булками убивали. Ладно, подождем, кто будет победитель. Девушки, нельзя, чтобы у вас были слишком стройные булки, иначе они будут острые, и вы будете убивать людей. Да. Так, ладно, ребятушки, тогда на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодцы. И всем покеда. Покеда.